Со сцены Самарского дворца ветеранов звучат слова благодарности сотрудникам дошкольного образования. На праздничном концерте – воспитатели, заведующие детскими садами города. В сети, с кем идет тесное и долговременное сотрудничество, реализуются проекты патриотического духовного воспитания детей и подростков. Сегодня в нашем дворце мы пригласили детские сады, которые много лет сотрудничают с дворцом ветеранов в рамках нашего проекта «Скрепы добра». Этот проект направлен на поддержку раненых бойцов, проходящих лечение в лечебных учреждениях нашей области, полученных в ходе специальной военной операции. Концертные бригады, в составе которых творческие коллективы нашего города, ветеранские, детские, мы приезжаем в Рощинский, в госпиталь Рощинского, в санаторий «Волга», устраиваем концерты. К участию в этом проекте присоединились и работники дошкольного образования, а также воспитанники 62-го, 240-го и 282-го детских садов. Мы тесно сотрудничаем с Дворцом ветеранов. Последняя наша акция была, мы участвовали, рисовали открытки для солдат, отправляли в Рощинский госпиталь, и докторам, которые помогают солдатам. Праздничную атмосферу в зале создавали творческие коллективы. Лучшие самарские исполнители подготовили специальную программу для педагогов. На сегодняшний день специалистами дошкольного образования разработаны десятки обучающих программ для малышей. Воспитатели занимаются не только всесторонним развитием детей. Сотрудники дошкольного образования помогают ребятам подготовиться к школе, развить спортивные, музыкальные и даже актерские таланты. Ольга Павлова, Елена Чернявская, Петр Паламеев. События.